Доброго здоровечка! Доброго. Скажи, милая, где тут ваша церква? Так это там вот, на конце села. А сами-то отколь будет? С каменькими. Так у вас свое. Так закрытая она. Месяц уж как закрытая. Батюшки-то нашего нет. Как так? То нам неведомо. Пропал и все. Теперь в вашу церковь ходить будем. Покрова сегодня. А как-то спать батюшку вашего? Отец Александр. Благодарствую. Ну что, весь стол вылезло-то? Нет, тут столько крошек. Крошек да мошек. Пашка, поди занеси то, а. Пусть поест. Не занесу. Сломаешь. Лучше я съем. Цыц мне. Сытая я, поди занеси. Не занесу. Дочь. Ну, поди занеси. Дочь, ну занеси. Васька, ну чё ж она там голодная-то сидит? Ну, поди. Погодь. Сыворотки плесну. Вот так. Иди. Дома надо есть. Угу. На, бери. Не бойся, на. Вот так, вот так. О. Ну чего ты, Охламон? Иди гуляй, ну. Ой, обронила. Ну ничего, сейчас. Сейчас все подыму. Пойдем. Пойдем в дом. Не бойся. Пойдем, пойдем. Я тебе еще налью. Вот так. Ходи, ходи. Нашего убил. Вот я тебе сейчас как напью. Здравствуйте.
Здорово будьте. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи. Нашли? Нет. За сараем смотрел? Чего? Погляди. Не пойму, размыть все. На кого? Похоронка. Степаниди Васильевич. А имени-то я не разберу. Ой, не могу. Так вот Степанида-то. Оба Васильевича. Эй, муж ейный. Куда побежали-то? Да вообще бегут. У Степанида-то оба Васильевич. Да. И муж ейный Вася. И сын Алёша. А сын Алёша. Оба Васильевича. Оба без вести пропавшие. На кого? Так я не разберу, понимаешь? Ну, я не разберу имени Васильевича, а имени не разберу. Ладно, так не все. Ты погоди. Ах. Погоди, Зин. Там у Степаниды со здоровьем что-то. Да знаешь, у нее сердце. Ну, погоди. Не отдавай пока. На поправку пойдет. Позже. Тогда уж, ладно? Позже, да. Стоять! Куда бежишь? Ну-ка, по домам все быстро! По домам, я кому сказал? По домам идите, по домам. Ну, с Богом! Идите, идите! Идите! Вот и хорошо. Господи, помилуй. Степанид! О! Ну, как здоровье-то? Ой, да отпустила. Все продохнуть не могла, а тут отпустила. Ну-ну. Ну, хорошо, хорошо. Авдотья, а ты чего детей дом не кормишь? Чего? Да Васька твой все с миской по дорогам ходит. Да и ест бедный на улице. Ты бы это дома. Да? Ну, ты посмотри на... Господи, да как же... Смотри, что у меня для тебя есть. Бери. Возьми. Возьми ленточку, я тебе ее дарю. Смотри, какая красивая.
Косу заплету, да надену. Ну вот и готова куколка. Только ж подарить некому. Разломать может. Эх, была бы тут девочка какая-то, подарил бы. Так ведь нет никого. Ну, себе оставлю. Играть буду. Играть буду. Ой, красота-то какая. Как зовут-то тебя? Фашист. Что делать-то? У нас что дела? Ну? Чего? Фашист кто крестил? Угу. И что припухнем там? Гертруда или Марта? А то Анна. Анною? Это как мать ее покойная. Попалась? А ну быстро отдавай куклу. Не отдам. А ну быстро отдавай, а то хуже будет. Не отдам. Сейчас же отдала. Фашистка, ты чего? Я не фашистка, я Анна. Пойдем. Пойдем скорее. Совсем уже бешеная стала. Ну. Почистим. Почистим. Не влезает. Как же ее? Не получается. Ну ты подскажи старику, не знаю, как есть. Надо откусить или отрезать кусочек. Правда? Ну покажи. Ну-ка садись. Покажи. Ну. Научи меня старого-то. Ой, еще раз. Я чуть не запомнил. Я и дома наварил много. Боюсь, не осилю. Может, поможешь старику? Повернись вот так вот. Вот, хорошо, хорошо. Вот, стой так, стой, хорошо. Вот, так, сейчас мы тут это отрежем.
Далеко ли собралась-то, милая? Корову доить. Ха, вижу, полы-то хорошо мыть умеешь. А вот коров-то у меня нету. Нету коровы? Так нет. Раздевайся. Хе-хе. Да. О, написали-то. Не ототрешь. Бог в помощь. Здравствуй, Авдочка, здравствуй. Ну, давай подмогну. Да сам управлюсь, Авдочка, привычный. Угу. Никитична вон лозунг отдала. А. Буквки-то отстираю, платья не будет. Угу. Ты с чем пожаловала, да, матушка? Разговор какой? О чем мне разговор-то? Известны мне ваши разговоры. Ну, ругайте! Ай. Ну, на все ж село позорите! Мужи моих детей позабираете, а? А чего? Вон они, бедные да голодные. Портки носят. Одни на всех. Когда мать ейная из концлагеря с детем вернулась да померла, много вас охотников до этого добра немецкого было. А я сама и богатая. Пол двора богатства бегает вон. А прибегут, я картошку не смирю. И блядь. Аннушка, ходят виноватые мои. Давай, давай, ищи. Вот, хорошо, молодец. Клади, клади. Вот умница. Аннушка, пойдем-ка погуляем, а? Давай, давай. Пять, шесть, восемь. Вот ты молодец, а? Вот девять, десять. Фу, ну запрел в рясе-то, запрел. Вот, давай, давай. Ты тоже охотник. Вот умница моя. Вот ты хорошо. Вот ты, коза моя. Вот ты. Ну-ка, Вань, давай, покрути. О, давай, 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 крути, 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 как лицо. О, давай, о, о, хорошо. О, давай, давай. Давай. Поздно мне что-то. А вдруг чего? Да бог их знает. Слышь, гражданка. Эй, тетка. Оглохла, что ли? Похоронную получила. Похоронную. Поп-то ваш где проживает? Похоронную. Только не знаю, на кого. Да поняли. Поп где, говорю? Да, ну тебе. Я за тебя! 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 Я за тебя!
тихо, тихо, тихо. Тихо, бабы, тихо. Как тихо? Мы же тихо! Зря вы это все вздумали. Да как же зря-то? По что ты тут с вилами прибежала? Где тут коровы бешеные? А? Пелагея, что с колом? Положи кол-то. Положи, положи, кому сказано. Седаю уже, все с колями бегаешь. Серьезно это все, бабы? Несерьезно. Зря. Кол положи. Положи, кому сказал, Авдотья. Не научил я вас. Да за награду я еду. За наградой. А за какой? Значит, полагаю. Награду-то. Батюшка, а какая награда? За медаль. Ей медаль дают. Поехали. Аннушка, за что ты? Да скоро вернусь. Поехали, поехали. Аннушка, ну что ты, не надо, ну. Аннушка. За Анной моей поглядить. Поглядим, поглядим. Не волнуйся. Аннушка. Так за кого молиться? За кого? За меня молись, за меня. Папам дают? Папам дают медаля разве? Нет, не дают. А может и дают. Так про медаля-то ничего не сказал он. Назад! Назад, воротись, Анна! Аннушка! 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 Аннушка!
Авдотья, давай, может, я понесу, а то тяжело. Не тяжело.